Принц Аду, он один в один может обыграть вполне. Принц Аду, но сейчас показывает нам, что он умеет. Подача, Журавлев, и 1-0. 1-0, и Слащ выходит вперед. Шикарный момент, и Журавлев забивает. Забивает сейчас Владислав Журавлев. Первый гол Ислачи в сезоне 2023. Но принц Аду, как он разобрался? Как он качнул Тиманюка, как он сумел найти Журавлева. Ну и сейчас Михаил Казакевич. Хотя ворот очень хорош принц Аду. Его заслуга в этой первой голевой атаке крайне велика. Ну и вот принц Аду. Это человек, по поводу которого я говорил, очень много таких хвалебных комментариев оставлял по поводу ганского нападающего. И теперь у него голевая передача. Первое результативное действие в Беларуси. В Ставе Ислачи у принца Аду. В официальных матчах, конечно. Зинович. Теперь брестскому Динамо нужно реагировать. Что придумают брещане, тоже большой вопрос. Литвяков. Ну и плюс, кстати,